до моделей змінюється ставлення постійно, а такі відомі загальні характеристики, як зовнішні параметри, так тим більше. Хто ж може бути сьогодні моделлю та як краще себе підготувати, якщо ви обрали собі такий шлях? А саме з таким питанням ми звертаємось до Ніни Гавелі, засновниці та керівниці модельної агенції. Дуже рада вас бачити, Ніно. Я знаю, що ви вже багато років працюєте у цій сфері, і ви знаєте точно, якою повинна бути модель, що вона може представляти і як саме вона може показати себе світові. Тож, чи змінилися на сьогодні параметри, з якими дівчина може виступити, показати себе? Ну, а можливо, хлопець, бо зараз і хлопці теж в модельних школах працюють. Добрий день, Юлія. Спасибо большое за приглашение. С удовольствием поделюсь информацией. Модельный мир все время меняется. Меняются некоторые стандарты, моды на лица, условия работы. Но это по-прежнему востребованная индустрия. Более того, сейчас в мире все больше и больше контента в сети Facebook, Instagram, да, и все связано с красивыми фотографиями, красивыми видеороликами. Поэтому можно сказать, что любой человек, который занимается построением собственного бренда, да, он в какой-то степени модель. Да, поэтому востребованность есть, она колоссальная, она растет. Просто, скажем так, есть ряд людей, которые очень профессиональны в этой сфере, и именно их мы можем назвать моделями. Так, це такі професіонали, які зробили прорив і себе підготували для того, щоб показувати світові. Що повинно бути в них від самого початку, від природи? Ну, скажем так, внешность имеет, конечно же, большое значение. Я бы сказала 50%, да? Но 50% – это еще дисциплина, умение обучаться, умение достигать поставленных целей, умение быть выносливым, умение быть коммуникабельным. Поэтому, скажем так, модель – это человек, на самом деле, с большой буквы. Что касается внешности, конечно же, это рост, это тонкие параметры фигуры, это определенные типажи лица. На сегодняшний день в рамках моей организации мы приглашаем вот молодежь от 13-14 лет с ростом 165 для девочек, да, и 180 для мальчиков, для того, чтобы они могли прийти, попробовать, понять, что это, и, возможно, начать строить свою судьбу, свою жизнь в рамках этого бизнеса. 165, але ж ми пам'ятаємо, 170 не менше, 175, вже зараз інші з'явились параметри. Если интересное лицо, если человек харизматичен, умеет себя презентовать, да, он может покорить сердце клиентов, которые захотят взять именно приоритетно ту модель, которая понравилась больше, нежели ту, которая, ну, например, выше, да, и такая практика есть. У нас не единожды, и по городу есть реклама, борты, где есть наши модели, которые невысокого роста, да, но они очень интересно смотрятся в кадре и приглашают на съемки. Тобто вона на подіум, можливо, не потрапить, ця модель, але зможе брати участь у різних проєктах, арт-проєктах, фото, виставках, можливо, якихось так. Тобто насправді можна побачити, от бачите, як добре, розширюються параметри. І дуже добре, що такі дівчата і хлопці, вони мають можливості себе показати. Бо раніше так дивишся на дівчину, думаєш, ну така гарна, от їй би себе десь показати, але ж ні, зріст, він не витримує тих стандартів, і все, її не взяли. А з приводу тих конкурсів краси, які от зараз трошки призупинилися в зв'язку з карантином, чи будуть вони цього року поновлені, чи, можливо, ви щось знаєте? І як дівчата зможуть себе показати? Ну, наскільки я знаю, зараз все, що можна було, перейшло в онлайн-режим. Вот только сегодня в ленте Facebook видела объявление о том, что международный конкурс красоты проводится онлайн, поэтому было бы желание. Вот. Но, конечно же, очень хочется, чтобы все возобновилось в режиме реального времени, потому что показы, конкурсы – это всегда очень красиво, ярко, феерично, и хочется это лицезреть вот, вживую. Ну, звичайно, так. Всі хочуть побачити і, знаєте, як то кажуть, бути присутніми тут і зараз. Бо дивитися з екрану – це зовсім інше сприйняття. Насладитися красотою, да? Тобто це естетичне удовольствие. Так, з приводу моделі. Модель на сьогоднішній день, от наскільки вона є запитаною? Ви вже казали, що є дуже різні галузі, де вона може брати участь, але все ж таки в Україні, мабуть, не настільки розповсюдженою є практика запрошувати професійних моделей для будь-чого. Ну, скажімо так, Україна – це
в какой-то степени, можно сказать, родина красоты, потому что благодаря нашей истории вот, и смешению крови исторически, которое случилось на этой территории среди наших предков, да, то мы имеем на сегодня потрясающий генофонд красоты, который востребован по всему миру. Поэтому, если мы говорим об Украине, то это площадка для старта, где можно понять, что это, хочу ли я этого, насколько мне это нравится, насколько я готова работать над собой, да, и дальше понять, если вот все складывается, все очень интересно, нравится, тогда куда еще я могу предложить себя. Вот, то есть пробуем в Украине, понимаем, хотим дальше или нет, и уже если да, то можно рассматривать варианты взаимодействия уже и с клиентами с других стран. Ніно, ви знаєте, що зараз ви от такою відповіддю дали можливість і шанс жінкам і чоловікам також, які хочуть себе спробувати, от взяти і зробити перший крок. І скажіть тоді, будь ласка, що їм може допомогти, а що буде перепоною? Тільки желання. Вот, желання прийти попробувати. Да? А дальше все возможно. Все зависит индивидуально от каждого человека. Вы знаете, у меня были люди, которые приходили и говорили, вот я хочу вот это, вот дайте. Мы начинаем работать, понимаем путь, а потом оказывается, что путь ну, весьма долгий, непростой, да, то есть много работы предстоит. И человек понимает, нет, наверное, я пойду каким-то другим путем. А есть люди, которые приходят и говорят, есть свободное время, хочу, давайте попробуем. Начинают пробовать, и бывает, что очень хорошо складывалась судьба в этом бизнесе, да, и достаточно долго, и с очень хорошими результатами. Вот, складный, поэтому все индивидуально. Вот вы кажете, складный шлях. Что это значит? Треба більш конкретніше, якщо можна, ви охарактеризуєте конкретні дії, що ж треба зробити такого, щоб людина не пішла звідти? Ну, быть моделью – это быть примером. То есть быть примером непросто, потому что много смотрят, может быть, много критики, которую нужно воспринять и адекватно, скажем так, реагировать на это. Много работать над собой. То есть модели – это все-таки люди, которые достиженцы, которые каждый день своей жизни хотят обогнать самих себя и стать еще лучше, чем вчера. То есть это вот такая черта и качество, которое для этой профессии должна быть присуща, да, иначе вот значительных результатов не будет. То есть это постоянная работа. Если мы говорим о международном продвижении, то это изучение иностранных языков, ну, в частности, как минимум английский, да. А вот я очень горда некоторыми своими моделями, да, которые помимо английского выучили другие такие даже сложные языки, как китайский, на достаточно хорошем уровне, да, потому что у людей была вот мотивация и возможность это делать. Поэтому это развитие интеллекта, это развитие своего физического тела, это умение коммуницировать с клиентами, заказчиками. І, ну, це робота, це серйозна робота. А от ви кажете, що це треба розвивати своє тіло, так? Худнути? Нет, быть здоровой, быть подтянутой, вести, в общем-то, по возможности здоровый образ жизни, насколько это возможно. Ну, такие вот худесенькие, анорексичные девчата уже не в моде? Есть страны, которые по-прежнему, конечно же, приглашают на работу девушек с очень тонкими параметрами, и, конечно же, не каждая девушка может иметь такие параметры. Вот. А то, что касается Украины, если мы говорим о пробе, да, для себя, то достаточно часто это размер М. Да, то есть Ну, не такі вже і малесенькі, і не такі вже і худесенькі. Да, М – це середні. Очень многие бренды, да, предпочитают, скажем, модели, форми которых ярко подчеркують тот или иной жіночність, платье і так далі. Ось так. Ну, тобто зараз, бачите, є можливості. І про вік, от хотілося б сказати. Насправді, якщо це від 13-14 років, то вже от жінки там 40-30 чи там 50 років можуть подумати, що ні, все вже я так хотіла колись, але не було можливості. Але ж ми знаємо приклади, коли жінки у 60 років навіть ставали відомими моделями. І тим більше є у нас український приклад, і ми знаємо точно, що ця жінка, вона себе показала і справді світ сприйняв. Тому можна сказати, що і з віком теж можна спробувати себе. Як треба це робити? Чи є можливості для жінок і чоловіків, можливо, у такому вже досить зрілому віці?
Да, более того, сейчас, вот именно сейчас я как раз работаю над двумя проектами для мужчин и для женщин, которые получат возможность презентовать себя вот именно в этом бизнесе, да, с вот этой позиции, с позиции показать себя, получить признание именно вот, когда есть позиционирование «я как модель». Да, и на сегодняшний день много торговых марок непосредственно в Днепре, которые предпочитают более взрослых женщин, да, mm-hmm. то есть которые благодаря своему особому лоску, жизненному опыту, который есть в глазах, какой-то чувственности, да, могут раскрыть по-особенному бренд, да, нежели там девушки 18-20 лет. И есть бренды, которые с удовольствием практикуют и то, и другое. Да. Просто, скажем, для женщин, девушек возможностей все равно больше, чем для молодых людей. Так уж сложилось в этом бизнесе, да, то есть женская половина больше востребована. Но, скажем, проектов интересных, где участвует и мужская половина, їх теж достатньо. Що для цього треба? Треба просто заповнити заявку, так? Я так розумію. Можна заповнити заявку, прийти на собеседование. Ми з удовольствием розказуємо о всьому, що є, да? Тобто о всіх перспективах. Я завжди говорю вот, максимально. Вот, чесно. Самое большое, все, да, що можна запитувати. Да, чесно, тобто предел, да? То есть, що нужно. Я взагалі склонна завжди говорити о максимумі. Да? А там уже человек захоче, дойдет, не захоче, остановится, где решит. Да? Но прийти, узнать, это всегда нужно, полезно, и мы с удовольствием ежедневно ділимося інформацією і приглашаємо к нам в гості. Ви знаєте, Ніна, насправді дуже багато міфів існує, ті, які пов'язані з моделями, з їхньою роботою, з їхнім життям. Взагалі є багато проєктів, коли ми бачили, як знущаються дівчата над собою. І ось так склалося, що стали люди якось остерігатися. І це дуже прикро, бо насправді, можливо, є інший зворотній бік, коли ми можемо побачити гарну, успішну і жінку вже, яка може мати дітей, яка може нормально вийти заміж, яка може працювати і бути моделлю. Але ж ми знаємо, що та інша сторона, вона все ж відіграє роль. Так от, чи вам доводилося боротися з такими міфами? І що ви для цього робите? Ви знаєте, борюся 70 лет. Тобто, в общем-то, для тих, хто у мене несовершеннолетние, вот приходят с родителями, и первый вопрос, конечно же, стоит о безопасности, то есть насколько защищены дети, да, в рамках нашей организации, и я всегда поясняю, что, конечно, защищены, то есть сотрудниками агентства, родители у нас многие являются поклонниками мероприятий, посещают с удовольствием, приходят, смотрят, снимают на видео, фото, да, поддерживают нас, поэтому мы абсолютно открыты к свободному доступу, можно все увидеть, посмотреть своими глазами. Что касается, скажем так, мифов, ну, мне кажется, уже пора оставить это немножко в прошлом, да, то есть мы все равно развиваемся, мир развивается, и многое изменилось. Конечно же, рассматривать нужно каждую отдельную организацию, да, которая представлена в этом бизнесе, но если я говорю вот о своей деятельности, то я понимаю, что она безпечна, вона полезна, вона продуктивна, вона двигає вперед і допомагає воплощати мечти. Ну що ж, тоді скажіть, що може отримати кожна людина, яка захоче бути моделлю. Ну давайте плюси і трошки про мінуси, бо теж не можна їх обходити. Ну, смотрите, я считаю, що знання, которые можно получить в этой области, они важны для любой профессии, потому что мы опять-таки идем, эволюционируем в тот мир, где важно презентовать себя, позиционировать себя, да, и этому на самом деле нужно учиться. То есть вот как мы учим математику, английский, русский, умению себя подать, тоже нужно обучаться. Получить работу, получить возможность знакомства с очень интересными людьми из разных сфер, да, то есть это и дизайн, и фото-видеопродакшн, люди искусства различные, да, то есть это кладезь очень интересных, необычных людей, которые создают, то есть быть причастным к этому, это всегда интересно, полезно, и это развивает, да, это дает новые идеи, это может дать возможность, скажем так, коктейля идей для себя каких-то, да, то есть и понять, чего я хочу дальше в жизни, то есть это опыт, бесценный опыт, который имеет смысл приобрести. Но с точки зрения сложностей, да, то это, конечно же,
в чем-то отказать себе, да, например, не съесть лишнюю тисточку конфету. Тисточку не съесть. Да, заставить себя тренироваться, да, когда не хочется. В зал, так? Треба идти и тренироваться? Конечно, да. Ну, скажем так, это больше о здоровье, в принципе, да, нежели вот только о модельном бизнесе. Ну, это супер, а чему б ні? Я бы сказала, это в плюс перенесла, не в минус. Да, тем более, что современный мир, он требует еще больше уделить внимание своему здоровью, да, то есть это важно. Умение договариваться, умение понимать других людей, то есть это не всегда просто. Бывают съемочные дни, где 8 часов переодеваешься, позируешь, тебя красят. То есть это на самом деле сложная работа. Там туфли на очень высоком каблуке, да, иногда не по размеру. Сложно. Пережить момент, когда тебе на кастинге говорят «нет». И уметь научиться не только побеждать, выигрывать, получать ответ «да», а и понимать, что если я получаю «нет», значит, где-то недоработала, что не так, где я могу повысить дальше свой какой-то профессиональный уровень, чтобы в дальнейшем это не повторилось. Или просто понять, что сегодня я не тот типаж, да, и я просто жду того кастинга, где мне скажут «да», и я полностью подойду. Поэтому на самом деле это вот... Знаете, так вот, ну, уметь приспособиться ко всему, я бы сказала так. Це дуже, до речі, корисна якість на сьогоднішній день в сучасному світі, бо вміння прилаштовуватись і налаштовувати себе до тих обставин, які тут у нас кожного дня змінюються. Насправді, зараз такий світ, зараз таке життя. І нам потрібно завжди мати щось, щоб ми могли вигідно себе показати там, де нам це потрібно. Сьогодні це може бути одна якась сфера, одна робота, завтра може бути інша. Тобто, насправді, ми повинні бути, мабуть, не просто людиною, а універсальною людиною. І ось тут дуже важливо мати такі якості. Супер-чоловіком. Так, якщо це все формує, якщо можна зробити з себе таку людину, яка буде всебічно розвиненою, то насправді це добре. А от, знаєте, як раніше казали, моделі, вони не дуже хочуть розвиватись і не дуже хочуть сприймати нові знання. Тобто, ну вона просто мовчить, вона ж нічого не говорить, вона ніде там себе не проявляє. То зараз це вже не так. Я дивлюся, що моделі зараз дуже змінилися. Так, на самом деле, нужно много развивать себя не только с точки зрения физического тела, а интеллектуально, с точки зрения своего эмоционального интеллекта, потому что умение контролировать свое состояние – это важно на сегодняшний день. В принципе, в любой профессии, но здесь это тоже имеет большое значение. Вот, и еще раз повторюсь, да, что модель – это пример. А быть примером можно только тогда, когда ты развиваешь множество того, что ты можешь развить в себе, да, то есть множество граней. Поэтому я за то, что модели умные, интеллектуальные, образованные. У меня есть много девушек, которые прекрасно учатся в школах, в вузах, да, то есть кто-то там, с золотой медалью, кто-то на красный диплом, и они стремятся много знать, и, скажем так, им это интересно, вот. Поэтому большие результаты могут быть там, где есть труд. Це правда, і на цьому хочеться завершити. Дуже дякую вам, Ніно. Спасибо. Відкрили очі, можна сказати так, і зробили ви цей ефір таким, от, на який хочеться подивитися, хочеться послухати, спасибо. Хочеться розуміти, що модель зараз інша, модель може бути всебічно розвиненою. Дуже добре, що ці дівчата і хлопці розвиваються, вони знаходять себе. Ну і справді, якщо ви бачите в собі талант, якщо бачите можливості, то, будь ласка, треба розвиватися, треба розуміти себе, відчувати. Ну, а чому б ні? Тому дякую вам. Сподіваюся, що ті люди, які вчаться у вас, бо ви вже теж є прикладом для них, вони отримають усе корисне для себе у будь-який час. Ну що ж, тоді прощаємося на сьогодні вже з вами. Зустрінемось завтра о 13:30. До побачення. Всього доброго.